всем, с вами Тормод, и сегодня мы продолжаем игру, это у нас City Skyline, сюжет Долина Торнадо. Ну что ж, давайте включим день, и я вас хочу обрадовать, появилась одна очень хорошая модификация. Как вы видите, здесь я ввел кое-какие изменения, но мы сейчас это все с вами снесем. Потому что это я делал только для того, чтобы проверить, насколько качественно работает мод и можно ли им пользоваться. Я всегда перед тем, как использую какие-то моды, вначале их проверяю и смотрю, насколько же они качественно действуют. Если вам кажется, что это железнодорожные пути, вы ошибаетесь. Это метро. Посмотрел, как работают железнодорожные переезды. Это у нас метро. Видите, линия метро. Это у нас метро. Давайте я вам сейчас даже поближе покажу. Вот так вот здесь. Сейчас. Блин, не то включил. Вот. Вот так вот. Вот. Вот, видите, как все это внутри выглядит? Ой, у нас здесь фонари с нижней улицы торчат. Как видите. Вот. Это у нас типа тут какие-то сообщения горят. Вот. Это метро. И вот это дальше, сейчас отсоединим, вот оно идет, вот они у нас метро, давайте покажу, как выглядят. Вот такие вот у нас. Теперь так выглядит у нас метро, потому что сами по себе они не имеют текстур. Есть вот такая вот станция, я ее тоже проверил на работоспособность, она идет вместе с модом. Поэтому я ее решил тоже поставить и проверить. И ко всему прочему есть депо. Это у нас депо для метро. Оно совершенно качественно работает с любым метро. То есть, давайте я вам сейчас продемонстрирую. Поставим вот такое вот метро здесь. И соединим его. Давайте. Вот таким образом. Берем метро и соединяем. Пожалуйста, вот вам и соединилось. Туннельчики выглядят обалденно. Притом внутри станции, если мне получится, сейчас я вам покажу. Эх, нет. Да, внутри станции тоже выглядит... Блин, нет, не получается. Ну, это метро может быть и без станции, вот. Нет, это мы не там. Эх, не, не пролезть мне так. Но на самом деле по этому туннелю можно проехаться. Он выглядит... сейчас. Все так бегает, мелькает. Ну, очень резкая сейчас камера. Вот так вот, видите? Он полностью... Ну, то есть не просто так, а по нему там едут. И видно, что вдоль метро идут перила. И там есть даже проход для пешеходов. Зачем он там нужен, не знаю. Вот такой вот у нас теперь есть. Давайте я сейчас его чуть-чуть увеличу. Может быть, получится вот так вот посмотреть. Ну, вон они, перила там видны. Вот, если вам видно, то там внутри все есть. На самом деле, очень классно сделано. Это сделал, по моему мнению, самый из добросовестных модификаторов, мододелов, который очень много хороших модов уже сделал. Так, ну давайте все это теперь сносим. Оно нам не нужно. Мы сейчас будем делать все по-своему. Это то, что я здесь сделал, это так. Я бы сказал, экспериментально. Вот такой вот эксперимент я провел. И, честно сказать, мне очень понравилось, что все это работает. И нет никаких проблем. Был очень удивлен, что он все-таки закончил этот мод. Они уже долго над ним краптели. Так, вот это убираем. И вот это. Это то, что я дополнительно ставил. Теперь восстанавливаем здесь дорожки. Сейчас я включу все. А, здесь не было дорожки. Все.
Вот такой вот у нас. Вернулись к изначальному. И давайте строить метро. Внутри города у нас будут внутренние метро. И обязательно где-нибудь будет депо. Депо, я думаю, сделать вот тут вдоль шоссе. Давайте сделаем именно так. Начнем. Теперь пойдет у нас уже более такая... А, есть еще одна станция, вот такая, я вам ее... А, нет, это она же. Такая, такая. Вот еще можно поставить. Вот такую станцию. Давайте мы ее осмотрим. Стоит ли такую станцию ставить? Ну, такая, простенькая. Честно сказать, сельская станция. Простенькая. Да, где-нибудь... Где-нибудь, может быть, мы ее и поставим. Не знаю. Подумаем. Так, депо. Депо мы поставим здесь, и уходить оно будет сразу же здесь под землю. Вот, это будет очень правильно. Потом, первое у нас подземное депо сделаем, наверное, ну, вот это мне с куполом больше нравится, чем нежели обычное классическое. Классическое метро. Так. И поставим мы его, так как он имеет очень большую... зону шума, нужно посмотреть, где же у нас здесь магазины. Здесь и вот здесь. Хорошо, значит, нужно делать где-то вот в этом участке выход. Да, вот они, квадратик из четырех. Очень хороший. Конечно, очень большая территория получается, но мы тогда с вами закруглим. Вначале выход здесь будет, потом выход здесь. Да, давайте так и сделаем. Ставим. Ой-ой-ой, не то выбрал. Вот он. Так, сколько ты там сносишь? А, ты на 3 клетки. Ну хорошо, значит придется вот так ставить. Снесется одно здание, но ничего страшного. И вот это вот, кстати, появилась опция. Это глубина, на какую метро делать. Например, вы когда ставите, видите, насколько глубже оно идет. Вы можете выбирать теперь эти показатели. А это у нас длина, что ли? Кажется, да. Это длина. Ладно, давайте сделаем по дефолту. Все это... Можно тебя перетащить? Да, можно. Замечательно. Давайте вот так вот поставим тебя. И второе подземное метро мы сделаем вот где-нибудь здесь. Да. Отсюда они смогут... Так, хорошо. Если мы будем продолжать коммерцию вот здесь... Вот этот кусок коммерции, то, возможно, даже стоит, наверное, здесь сделать наружное метро. Давайте соединим дорогами. Сейчас выберем наши дорожки. Вот такие. Ух, не совсем все правильно. Надо немножко передвинуть. Да, все правильно. Вот так вот. И сейчас по диагонали проведем дорогу. Так, Ctrl-S, чтобы была привязка. А, там у нас два шоссе, да? Блин. Не совсем удачно получилось. Придется вот так сделать. Вот таким образом. Ну и вас придется немножко подвинуть. Я думаю, на две клеточки будет достаточно. Вот так. Все, хорошо. Блин, я забыл выключить, и теперь у нас до хрена деревьев. Ой. Блин, легче, наверное, заново провести, чем каждое дерево сейчас убирать. Видите, у меня анархия включена. Shift-P. Убираем. Это когда я экспериментировал. Так получилось. Вот. Вот так вот.
Так, здесь теперь соединение нужно сделать какое-нибудь красивое. Это у нас попутное. Блин, не прыгай. Попутное и... встречное. Вот. Ой, конечно, очень близко получились много, очень близко и много перекрестков. Посмотрим, как это будет действовать. Возможно, здесь лучше будет потом поставить один большой круг. Но пока оставлю так. И давайте, может быть, поставим... так. Может быть, сделать ее над дорогой? Как вам идея? Блин. 4 на 4. Угу. И берем уже знакомую нам железнодорожную станцию. Только теперь у нас она будет в метро. Вот она. Помните, мы такую ставили, а? Вот. И ставим ее над... вот. Она конвертируется в метро. А, нет, она не сможет конвертироваться в метро. Но сейчас мы посмотрим. Сейчас я вначале соединю и посмотрим, сработает ли конвертер. Конвертер метро. У меня стоит еще от этого же разработчика рекомендуемый мод, который он захотел, чтобы он тоже был. Это конвертер метро в железную дорогу, железная дорога в метро. Проводим вот таким образом. Сейчас. Я хочу просто ее сделать немножечко... а, нет, не получится. Придется вот таким образом делать. Так. Ага, и нету стоек. И это очень плохо. Блин, как вас заставить появляться? Я как-то их заставлял, чтобы они появлялись, видите? Их нету. Нету, нету, нету. А вот, видите? Вот, метро, трек. Ладно. Чуть-чуть дальше. Вот таким вот образом. Но здесь все стало. Здесь их нету. А, я понял. Кажется, я понял. Тормот, тормот, ты немножечко забыл. Так, мы включаем анархию деревьев. И включаем... давайте вначале попробуем дефаут. Давайте просто прямую, чтобы... нет, все равно пропадают. Блин, что же делать-то? Давайте no conflict zone попробуем. Как-то же я... да, вот. No conflict zone, она появилась. Все. Все замечательно. Все, теперь все работает. Ну вот, у нас первая остановка будет, хоть это и железнодорожная, но я говорю, можно любую теперь... нет, вру, не любую. Там есть список станций, которые можно переделать в метро. Эта станция была у нас... ну, так скажем, это правильная станция. Так, теперь продолжаем работать с нашим метро. И нам нужно покинуть как-нибудь вот так вот красиво. И уйти под землю.
Ой, вниз. Минус 10. Да, я думаю, будет нормально. Теперь смотрим, куда нам надо подвести. Вот сюда. Сейчас я включу. Вот. Теперь следующее у нас там. Вот. Хорошо. Ну и давайте... Или пока на этом остановиться... Ну, хотелось бы, наверное, еще одну сделать. У, как здесь все у нас красненькое. А у нас тут кто-то... Кто-то заглючил? А, это они так перестраиваются. Все, я вас понял. А зачем нам здесь светофоры? Вы что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убираем светофор. Убираем светофор. Все, пускай нормально ездят. Зачем их... Блин, у нас везде появились светофоры. Конечно, они на каждой кусочке теперь должны будут останавливаться. Это неправильно. Так, ой. Сейчас, просто перепроверить. Это, видимо, что-то сглюкануло. Но у меня какую-то ошибку выдавало до этого, когда я только экспериментировал. Вот здесь надо убрать светофор. Так. Это что такое? Такое ощущение, как будто они действительно стоят и ждут светофора. Сейчас я попытаюсь избавиться от этого глюка. То есть ставим и убираем светофоры, и может быть... Так, ну вот этот автомобильчик. А у нас стоит... Вот, включить исчезновение машин. Все, я понял. У нас просто есть застрявшие машины, которые забыли, куда им надо ехать. И не могут добраться. Все, включил исчезновение машин. Замечательно. Так. О, как здесь получилось-то некрасиво. Ой... Shift-P. Давайте проверять. Покажи мне подземную. Ага. Хорошо, уговорил. Не, ну с такой дыркой это вообще как-то некрасиво. Не, ну видите, еще есть. Он только-только появился. Только-только появилась эта модификация. Давайте попробуем вот таким образом сделать. Может быть, так у меня получится. Нет. Все то же самое. Даже если эту переключаем, она, видимо, на нее не работает. Хорошо, делаем проще. Вначале доводим до земли ее. Давайте вот так вот. Ага. А уж потом соединяем. А теперь соединяем. Вот. Теперь уже нормально. Сейчас мы обязательно прокатимся на этом метро. Сюда нам нужна вода.
Обязательно. И, кстати, нужно не забыть, что у нас здесь действует мод, который заставляет воду. То есть у нас сейчас пока что еще дождя не было, но помните, что вода будет создавать лужи. Поэтому нужно будет обязательно следить за тем, чтобы у нас в тоннелях вода не скопилась. Я вот об этом боюсь. Теперь же она... Кстати, об этом я не подумал как-то. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Давайте проведем соединение. Так, создать маршрут. Добавить станцию. Добавить станцию. Едем обратно. Все. Вот у нас 4 остановки. Выехало 3. Вот они сейчас из депо выйдут. Ну, а, сейчас давайте электричество-то вернем. Видите, у нас здесь электричество пропало. Ну, и где у нас? Где метро? А, вот он выехал. Так, стой, я на тебя прокатиться хочу. Поехали. Давайте посмотрим. Вот сейчас он нам позволит внутри проехать. Вот мы подъехали к станции. Сейчас мы посмотрим, что там внутри творится. Ой, дерево у нас тут хорошо. И вот мы с вами въезжаем в туннель метро. Посмотрите, какая красота. И вот мы подъезжаем на станцию метрополитена. Блин, голову не повернуть в этой версии. Блин, какая же красота все-таки. Просто удивительно. Мод, по-моему, для того, чтобы мод встал, там не просто надо нажать галочку, там надо обязательно посмотреть. Он состоит из 5 или 6 модификаций. Вот, посмотрите, здесь лестницы. Блин, классно. Да, это не просто так. Вот, так что теперь у нас есть нормальное метро, функционирующее в нашем городе. Так, а это... А, ну здесь у нас тоже была линия метро. Я, видимо, ее забыл убрать. И теперь они мне... Да, убрать. Убрать и убрать. Сразу же все расстроились, такие, как линия, а как вы там ездить-то собирались, а? Скажите-ка мне. Интересно, а здесь что-нибудь внутри есть? Давайте сходим. Ух. Ну, депо есть депо. Ну вот, теперь как раз то, что я безумно хотел, что метро можно сделать... Ну, здесь у нас никого нету пока что. Нужно будет соединить дорогу. Давайте мы ее, наверное, даже соединим. Ой, тормоз, тормоз, спешишь. Безумно спешишь. Так, обычную дорогу соединить. Вот теперь... И опять ты поспешил. Не обращайте внимания, я просто уже все машинально и забываю, что куча-куча всего теперь включено, и что-то нам не обязательно нужно. Так, я хотел вот этот кусочек немножечко сделать более пологим. Вот так. И вот так, наверное, да? Вот. Эх, стой. Да стой ты, блин. Давай еще раз. Красота. Не, ну просто замечательно. Он навстречу на метро и здесь уже стоит. Он прям в него въехал. Да, видимо, этот глюк. Видимо, метро слишком длинное.
Вот такая станция. Блин, я все хочу станцию рассмотреть, но здесь камера не крутится. Я, наверное, все-таки вернусь на старый мод First Person Camera. Там позволяет крутить голову влево и вправо. Хорошо. Вот мы с вами и поставили метро. Теперь предлагаю... А, у нас надо развивать промышленность. И делать ее намного-намного больше. Видите, у нас не хватает жилых районов и промышленности. Начнем с промышленности. И, кстати, у нас в промышленность не идет метро. Может быть, нам сделать еще здесь остановку, вот в эту, и провести еще в промышленность. Давайте так и сделаем. Значит, мы... Давайте попробуем какую-нибудь другую станцию метро подземную. Нет, ну вот это мне и так... Блин, а у меня подземных других нету. Ладно, может быть, они все внутри одинаковые. Я не думаю, что... Не обязательно, что мододелы сделали так, что теперь... Сейчас я сделаю чуть-чуть поглубже, на 18. И поставим мы тебя тут. Замечательное место. Да, вот тут как раз пешеходные дорожки, все. Из центра можно попасть куда угодно. И следующее метро мы делаем в промышленном районе. Давайте здесь как раз в центре. Нет. Вот таким образом. Одно здесь? Да, одно. Хотя мне показалось, что два. Блин, опять чипер. Нет, у меня не включен, поэтому все хорошо должно быть. Так, ну и давайте закончим наши подземные. Так. Вот тут нам нужно с вами провести вот таким вот образом, чтобы она была достаточно... Не крутой. Ах, да, вот таким образом. Хорошо. Следующее соединение мы делаем вот так. Вот так, чтобы он на нее подъехал. Ну и на этом, наверное, пока что все. Что, дождик начался? Я смотрю, где-то затопленные дома. Не знаю. Не видно дождика. Хорошо, продолжаем остановки теперь ставить. Пока что сделаем так. Берем перетащить остановку и ставим ее на последнюю станцию. Так, теперь... Нужно ставить на паузу и остановки добавить на каждой станции. Так. Все, вроде бы везде все теперь должно быть хорошо. Вот, город наш постепенно расширяется. И, честно сказать... Я думаю, что у нас метрополитен будет работать. Ну, давайте теперь еще раз прокатимся. Сегодня мы катаемся. Ну, блин, я очень ждал этой модификации. Я за ней уже, наверное, как месяц слежу. Она была альфа, бета-версия. В ней было очень много глюков. И вот она релизнулась. И, честно скажу... Я безумно рад. Я вот очень ее хотел. Очень. Для того, чтобы вот этого было... Реалистичность, это очень приятно. Вы посмотрите, какие красивые тоннели. Даже с подсветкой. Ой. Просто красотулька. Ну, вот это две станции, которые мы с вами видели. И вот, видите, там дальше мы тоже можем ехать. Ой, это что такое сверху торчит? Это, видимо, какие-то
Надо было поглубже поставить ее. Да, видите, какие-то элементы здания торчат сверху. Да, надо, наверное, надо было все-таки поглубже ее сделать. И вот мы с вами едем теперь уже на новые установленные станции. Ну. И дальше. Раз появились такие теперь станции внутри, я думаю, что теперь многие захотят сделать их красивее, ну, более разнообразными. И мы, конечно же, тоже посмотрим на разные такие модификации. Ну, давайте на последнюю, на промышленность будем ехать. И лампочка погасла. А, ну, видимо, день наступил. Лампочки в метро зависят от того, день или ночь. Это весело, конечно. Здесь же окон нет. И даже дождик, кстати, видите, покапывает. И мы видим дождик. Дождь в туннеле, это классно. О, ну вот у нас конечная. Вот промзона. Так, давайте выйдем. Да, вот у нас начал моросить дождик. И сейчас все должно затапливаться. Давайте смотреть. Да, все трубы работают. То есть дождь очень сильный. Так. Вот эти мерцания, видите, там. Ну ладно, это все мелочи. Так, хорошо. Давайте сразу же установим здесь. Нам нужен. Ой. Вот. Ты обязательно мне нужен. Я вижу, что здесь такой спуск. И даже, наверное, давайте два сделаем. И сделаем соединение. Вот. Поэтому здесь теперь у нас все выкачается. Хорошо, смотрим, где еще у нас лужи. Где у нас кто плавает. Ну, давайте в парке тоже сделаем. Будем сливать воду с парка. Я понимаю, что у нас вот здесь мы поставили сейчас два, но в парке я тоже поставлю вот так вот два слива, пускай они сливают воду. О, так тут у нас есть, ну, значит, их будет три. Вот, тут главное... Самое главное, чтобы нам достаточно быстро все осушалось. Если у нас будет медленно осушаться, то это будет сильно ударять по экономике города. Здесь и, наверное, вот тут. Так, соединение мы сделали. Так, где еще у нас... Здесь написано, что затоплено, но я не особо вижу, что затоплено. Я смотрю, где вот такие аж лужи, видите? Машины едут. Вот тут уже надо ставить обязательно. Эх, не было печали. Решил тормоз поразвлекаться. Давайте даже два поставлю. Вот тут и тут. Да, я почитал, что, оказывается, у них скорость слива, поэтому если вы несколько ставите, хотите, чтобы быстрее сливалось, то нужно ставить несколько. Ну вот. Вот тут у нас вода стекает. Но она, видите, как по склону. Ну, прошел очень хороший дождь. Посмотрите, дождь. Аж машина... Вот. По стеклам в воде. Ну, слушайте. Реалисти. Вы видите эти... подводные лодки. Ладно. Давайте мы вас тоже немножечко здесь пооткачиваем. Так, и... Ну, наверное... Да, давайте вот тут поставим.
И добавим, наверное, еще один слив. Ух, сколько у нас уже этих сливов. Будем сливать воду. Хорошо, в метро пока что я не заметил ничего, чтобы плавало. И это меня радует. Вот. Да ладно, недостаточно пространства. Какого пространства? Хорошо. Все, смотрите, все работают, все сливы работают, даже может быть еще. А, и кстати, у меня тут родилась идея. Идея заключается в том, чтобы они не выглядели вот так вот как-то, ну, невзрачно. Ну, честно сказать, вот это очень некрасиво. Нужно сделать каналы, в которые бы как раз мы и сливали воду. Такая идея мне очень нравится, поэтому я думаю, что вот таким образом мы проведем канал. Вот так вот. Да, наверное, вот таким образом. Не сейчас, потом, наверное, даже в следующей серии. Давайте на этом сегодняшнюю серию закончим. С вами был Тормод. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!